Но прямо сейчас ничего так не поднимает настроение, как музыка. И музыкант у нас в эфире на прямой связи с нами. Тимур Белобров, который играет на кахоне. Тимур, доброе утро! Здравствуйте. Доброе утро, друзья. Доброе утро, Крым. Я, честно говоря, когда узнала, что такое кахон, немного удивилась. Хотелось бы, Тимур, чтобы вы рассказали, как вы вообще пришли к этому инструменту и, собственно говоря, что это такое. О, к этому инструменту я пришел с рождения, так как это относится к ударным инструментам, а я в целом играю на барабанах. Так уж сложилось, что ударная установка не помещается во всех заведениях или даже дома. И есть такие инструменты, как перкуссия, как кахон тот же самый. Вот так он выглядит, как табуреточка. Я прям на нем сейчас сижу. Эта табуреточка заменяет ударную установку полностью. То есть я могу сыграть, я буду показывать, вот так. Вот, я могу сыграть в нижнюю часть барабана, будет звучать низкий звук. Сыграть в верхнюю часть барабана, будет звучать верхний звук. Из этого получается звук, как на ударной установке. Вот так вот. Тимур, а подскажите, кахон звучит лучше в композиции с другими инструментами, или мы можем сейчас вас попросить сыграть какую-то композицию исключительно на кахоне? Вы можете меня попросить. Мы вас просим. И все пожалуйста. Наши зрители очень просим, Тимур. Тимур, браво! Браво, правда, а эти такие ритмы стучащие поднимают настроение с утра точно, и вы необычайно талантливые, потому что, наверное, я бы так смог ударить пару раз, потом бы отвалились руки. Спасибо вам большое за ваше творчество. У меня есть вопрос к Тимуру. Тимур, скажите, пожалуйста, вот в режиме самоизоляции ваши соседи рады, что вы играете на кахоне? Безусловно, соседи рады слышать музыку 24/7. Мы договорились, мы в хороших отношениях со всеми, я никому не мешаю. Но все знают, что в доме живет творческий человек, и поэтому благосклонно относятся к этому. Ну, это на самом деле очень хорошо, вам повезло. А вот по виду кахон, ну, на самом деле, я, может быть, что-то обидное скажу, но не хочу никого обидеть, он напоминает, ну, тумбочку. Такую тумбочку. Тумбу. Да, а, что там внутри, расскажите, от чего такой звук идет? Объясню, да. Есть тело барабана, есть ударная часть его. Она сделана из другого дерева, дерево, которое гнется, грубо говоря, которое извлекает звук. Здесь жесткий каркас, чтобы я мог на нем сидеть. Внутри, не поверите, пространство, отсюда выходит звук. И в этом пространстве находится подструнник. Это, грубо говоря, пружинки, как гитары на струны на гитаре. И они соприкасаются с этим пластиком, с деревом, мембрана называется. И из этого получается звук. То есть сейчас он звучит в пружинке, вот вы можете услышать звук. Сейчас я пружинку отключаю, и барабан начинает звучать по-другому. Вот, опять вернул пружинку. Ну и хотелось бы еще один вопрос оформить. Задавить. Скажите, Тимур, можно ли такой инструмент сделать, например, в домашних условиях? Вот кто-то посмотрел сейчас вас по прямой связи и тоже захотел себе такой инструмент, но сейчас в режиме самоизоляции как бы все закрыто. Можно ли дома его сконструировать из чего-то? Конечно же можно. Благо у нас сейчас в полном доступе есть интернет, и мы можем свободно находить любую информацию, любые чертежи, любые даже видеоуроки уже есть, и можно это собирать. А вообще для того, чтобы играть на ударных инструментах и в целом на инструментах, ну я просто буду говорить о барабанах, не обязательно иметь какой-то инструмент. Можно играть по столу, можно играть по себе. Главное иметь творческий подход и настроение для этого.
Тимур, подскажите, пожалуйста, еще один совет, какой-то небольшой лайфхак для тех, кто только мечтает начать играть на музыкальных инструментах. Что для этого необходимо? Так, Тимур растерялся немного. Я просто вас не услышал. Тимур, небольшой совет для тех, кто хочет научиться играть на музыкальных инструментах. С чего начать? Начать с себя, начать с желания. На самом деле нами движет настроение, любовь к окружающему, к природе. Просто найдите в себе вот эту искру, огонь, и он вас направит. Все, усердие появится. Главное — иметь настроение и огонь. Спасибо большое, спасибо. Тимур. У нас в гостях был замечательный человек, в гостях на прямой линии. Тимур Белобров, музыкант, играет на кахоне, сыграл нам с удовольствием. Спасибо огромное за то, что подняли настроение.